Привет, друзья! Рад видеть вас на моем канале. Сегодня у нас в центре внимания холодильник Stenol STN200. Мы подробно разберем его фишки, что делает его таким популярным, обсудим все плюсы и минусы. И, конечно, поделюсь своим мнением. Как всегда, ссылки на товар ждут вас в описании. Будет жарко, ну или наоборот холодно, так что не переключайтесь. Что касается внешнего вида холодильника Stenol STN200, здесь все максимально классически и стильно. При ширине в 60 см, высоте 200 см и глубине 64 он достаточно компактный, чтобы не занять слишком много места, но при этом внутри у вас будет достаточно пространства для всех ваших продуктов. Белый корпус – это универсальный вариант, который идеально впишется в любой интерьер, будь то минимализм, классика или что-то более смелое. Лаконичный и элегантный, без лишних наворотов, этот холодильник станет достойным дополнением к вашей кухне. Не забудьте заглянуть в описание под видео, я оставил там для вас ссылки на проверенные магазины и эксклюзивный промокод, который поможет приобрести этот холодильник по максимально выгодной цене. Что ж, теперь переходим к тому, что скрывается под капотом холодильника Stenol STN200. Начнем с управления, здесь все просто и надежно, ведь используется электромеханический тип. Никаких сложных сенсорных панелей, которые иногда любят глючить, только черные и понятные переключатели. Энергопотребление приятно радует класс А, что означает, что за год он съест всего 377 кВт-час, а это по современным меркам вполне экономичный вариант. Мощность замораживания до 2,5 кг в сутки – это отличный результат для бытового холодильника, особенно если вы любите замораживать овощи, ягоды или мясо. Теперь про вместительность. Общий объем холодильника составляет 359 литров, из которых 106 литров занимает морозильная камера, то есть у вас хватит места и для недельного запаса продуктов, и для морозилки с замороженными вкусняшками. И не забудем про одну из самых полезных фишек – система No Frost. Это значит, что ручного размораживания не понадобится, никакого льда на стенках, все всегда остается чистым и сухим. А в случае отключения электричества холодильник будет держать холод до 13 часов, что добавляет уверенности в его надежности. Очевидно, Stenol STN200 продуман для удобства и комфорта, остается только проверить его в деле. Теперь давайте обсудим, что говорят реальные владельцы Stenol STN200. Я внимательно изучил отзывы и выделил ключевые моменты. Минусы. Мало полок. Короткий шнур питания. Регулировка температуры неудобная. Плюсы. Максимально тихий. Отлично морозит. Вместительный. Система No Frost. Не вибрирует при работе. Удобная нижняя морозильная камера. Стильный внешний вид. Ну что ж, друзья, на этом мой обзор холодильника Stenol STN200 подходит к концу. Напомню, что все полезные ссылки и эксклюзивный промокод ждут вас в описании под видео. Обязательно поделитесь своим мнением об этой модели в комментариях. Интересно узнать, что вы думаете. Если вам понравилось и хотите видеть больше подобных обзоров, не забудьте подписаться на канал и, конечно, поставить лайк. До новых встреч, не переключайтесь!